الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Уважаемые братья и сестры, сегодня великий день, день Арафа, Яум аль-Арафа. Самый великий день перед Всевышним Аллахом Субхану ва Та'аля. Если самая великая ночь — это ночь предопределения Лейлату аль-Кадр, то самый великий день — это Яум аль-Арафа. Сегодняшний день, 30 июля 2020 года, день Арафа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайру дуа, дуа Яум аль-Арафа». Самый лучший из молитв, из мольбы, из дуа, дуа в день Арафа. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. И самое лучшее, что я сказал в этот день, и пророки, которые были до меня: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Нету Илаха, нету Бога достойного, чтобы ему поклонялись, помимо Аллаха Субхану ва Та'аля. Он единственный, нет у него сотоварищей, и он всемогущий. Все, что пожелает, то творит Всевышний Субхану ва Та'аля, и он может все. Уважаемые братья и сестры, самый лучший день для дуа — сегодняшний день. Уделите время сегодня попросить у Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля дуа. Попросить у Аллаха Субхану ва Та'аля дуа, прощение грехов за себя, за близких, за детей, за умму пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, за эту жизнь, за вечную. Самое, что великое мы с вами сможем попросить сегодня — ас-сабата аля-д-дин, дабы укрепил нас с вами Аллах на его религии, дабы укрепил нас с вами Аллах Субхану ва Та'аля на своей религии. Сегодняшний день Аллах Субхану ва Та'аля в достоверном хадисе, как сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: وَإِنَّهُ لَيَدْنُوا وَيُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ. Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля приближается к своим рабам и хвалится своих рабов перед ангелами. Хвалится своими рабами перед ангелами. فَيَقُولْ مَا أَرَدَ هَؤُلَا. И говорит Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля: что хотят эти, то есть эти просящие, что они хотят, то есть им будет дано от Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля, даровано все, что они пожелают. Ла илляха илляллах. Ла илляха илляллах. Субхану ва Та'аля в этот день прощает для тех, кто постится грехи или прегрешения 2 лет. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: сауму йаум арафа тукафиру дзунуба санатейн санату аль-мукбила валь-мадия. Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля прощает грехи и прегрешения тем людям, которые постятся в этот день 2 лет, прошлого года и будущего. Это указывает на то, что Аллах Субхану ва Та'аля не нуждается в наших поклонениях. Такое маленькое действие, один день поста, но такая великая награда от Аллаха Субхану ва Та'аля — прощения прегрешения 2 лет. В риваяте сказано то, что Аллах Субхану ва Та'аля смотрит на своих рабов, в хадисе сказано, и говорит: «Хаулай айбади джауни». Это мои рабы пришли ко мне. «Ярджуна рахмати ва яхафуна азаби». Они надеются на мою милость, на мое прощение, боятся моего наказания. «Фалям ярауни, факайфа лау рауни». При этом они меня не видели. А как было бы, если бы они меня видели? Если сейчас они просят прощения, надеются на милость Аллаха Субхану ва Та'аля, боятся наказания, просят прощения,
При этом они меня не видели, боятся моего наказания, надеются на прощение. А как было бы, если бы они меня увидели? Субханаллах, милость Аллаха безгранична, уважаемые братья и сестры. Милость Аллаха безгранична. Так проведем этот день в поклонении, дуа Аллаху Субханаху ва Тааля. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы принял наши с вами дуа, чтобы принял наше с вами поклонение. Как Аллах Субханаху собирает нас вместе в этой жизни на поклонение Ему одному, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля вместе с нас собрал в раю, в Фирдаусе, иншаллах. جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم